Вдохновение, творчество, праздник – все это царило в Щелковской художественной галерее накануне 8 марта. Выставка и дефиле одежды из шелка и шерсти нескольких российских и белорусских дизайнеров стала ярким подарком гостям и зрителям. Коллекция эко-одежды дизайнера Марины Кураковой иллюстрирует широкие возможности войлока. Легкие нарядные кофточки, жилеты и юбки из шелка с вкраплениями шерсти. Также такие аксессуары, как шапочки. Все изделия выполнены с использованием различных техник раскладки и валяния. В зависимости от того, что нужно получить на выходе – нежный, тонкий летний войлок или мягкий, теплый, согревающий в любые холода. Символизм такой, что это Белая Русь, мы все дружим, мы все любим друг друга, и в данной коллекции Россия и Беларусь объединились. В коллекции представлены оригинальные шапочки, шарфики в эко-стиле и палантины, техники, копирующие византийскую мозаику. Эко-одежда из натуральных тканей с отделкой диким шелком, окрашенным в технике ботаник-принт. По импровизированному подиуму элегантно дефилировали дамы не просто в дизайнерской одежде, а в образах, дополненных в том числе украшениями ручной работы. Я делаю украшения с натуральными камнями. Сегодня я представляла коллекцию с янтарем в коллаборации с другими дизайнерами. Украшения – это неотъемлемая часть женщин. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.